Да, забег за рогу был отличный. Хотя бы мы убили этого. Ой, еще и черномера. Души тратятся вот здесь. Вот. Вот у этих двух челиков чертят. Он самурай топчик. Самурай классный. Точно, для свадьбы пока нет. Думаю, поженимся, когда мы все выберемся отсюда. Знаешь, что ты тоже слышишь? Так что далеко не загуливай, малыш. Там на рассадку попортишь. 1200. Вот персонаж. 1200 хп. Тут. Хочу хп качнуть. Мне что-то как-то вообще не хватает на сейчас. Тарарам. Тринадцать тысяч. Еще не хватает рогаликов, поставленных на победу легкого босса. Мы снова плывем, приятель. Да, мы снова плывем. Мясо домашнее то же количество, которое хилило, поэтому пицца жесть. Так, что нам нужно? О, кстати, о мясе. В первую очередь нам нужно найти предметы. Ну и говно, да? Не старт. Так, я предлагаю сразу в плато и поискать босса. Кузнец женится. На пицце девочки нет. Не на пицце девочки. Че там про мясо, да? Про пиццу. На той, которая на подушках. Вау. Неплохо. Для старта-то. Как же, блин, нужны предметы-то? Мне не золото. Хотя, блин, золото здесь тоже хорошо фармится в этом забеге. А, отвали. Хорошо. Мне нужен панцирь Кое. В идеале, да? Каком-то забеге. Хил с убийства критами, что-нибудь такое, может быть. Нет, сюжетные комнаты это здорово, конечно, но немножко не то, что мне нужно, да? Игра, как же ты троллишь-то? Я не уверен. Ничего сегодня зрителей. Потому что Рога Лего просто офигенная. Да вообще, на самом деле, просто тостер зарейдил и все. Капец здесь. Что? Не знаю, беленького. Да. Предметы нужны, нужны предметы, нужны предметы. Забег выглядит как победный, не знаю. Забег только начался. Выглядит как победный. Ну да. Чат стример, какие посоветуете рогалики, кроме Хейда, Сайзек, Дед Селс, Риск оф Рейнч, Онор оф Морта и т.г.
Я бы тебе посоветовал попробовать карточные рогалики, а именно Swayze Spire и... Что там еще? Ну, Monster Train, конечно же. Хоть ты и перечислил одни эти... Одни экшоновые экшен-роглайки. А, Rockbook, кстати, да. Я уже не забыл, честно говоря, о нем. Клетки идут нафиг. Капец, 60 тысяч. Забег только начался. Я еще... Блин, глаза эти дурацкие. Еще ни одного предмета не нашел. Может, это будет наш последний фарм-забег в истории. Нужен панцирь Хоя. Очень хочу этот забег прям фул зачистить. И пройти игру сегодня. Ну, я просто очень хочу пройти за сегодня эту новую игру плюс. Не знаю, наверное, рога чуть хуже, чем не потерять здоровье. Блин, иди нафиг. Количество маны, иди нафиг. Железные ботинки ни разу не брал, потому что говно. ХП ниже 50. Два рерола. Есть хил с сундуков, и это тоже неплохо. Так, ну хил от сундуков, значит придется сундуки собирать. Лотос не берет. Фу, Лотос. Хватит ли мне прохила с сундуков и убитых врагов? Блин, серьезно? Я даже дверун поставил на ману, чтобы хватало на отсе, если выпадет. Мне вообще не нравится, ну типа, не знаю. Ну да, кстати, у меня это на отсе не хватает как раз таки. Раз уж на то пошло. Летел на шифте такой, нажал прыжок, и зачем нажал? Так, ХП фуловое, уходим из локи-фармилки. Ладно, сейчас вот это еще дофармим тогда. Менять шпагу на ножи точно не буду. Шпага имба. Ау. Рога похуже чего? Ножи хуже, чем шпага. Я к этому... Ну нафиг. Так, ищем здесь яблоки, да? Угу. Так, что за огонек летел? А, это этот. Угу, ясно. Ясно, ясно. Какие синие, не синие. Ничего же не понятно. О-о-о.
перед тем, как рвать яблоко, вдруг панцирь Кои. Есть барабан. И еще есть часы. Я думаю, блин, а вот с барабаном на нож взять захочется, наверное. Хер его знает. Интересно, можно ли вот так вот сделать? Нельзя. Смотрю на эти шипы, три тушки, булава летающая. Как представлю, урон твоушек плюс 150. Это как в Хейдесе. Урон от ловушек — одна из самых страшных усилений. Открытие мимика не считается сундуком для Фриона? Или как его там? Пицца. Опасно. Блин, или брать ножи, или не брать ножи. Ключ, говно, мачете, говно. Пандора на 50 решимости. Я пошел. Если так, то это прям победный забег. Самое смешное, что можно... случайно сдохнуть от еды. Так, стреляй давай. Постараюсь не ломать предметы. 6 убитых. Было бы забавно, если бы я прям на картину упал. Иди нафиг. Я настолько сейчас напуган. Вообще, чем дольше ждешь шар, тем больше шанс того, что он придет к нам в лицо прилетит. Тупой шар, пропусти, я хочу в первую локацию вернуться. Ну или вот в эту. Блин, нет. Нет, в эту нет. Что ж так страшно-то? Здесь была длинная лока, может быть, это не так уж и плохо. Длинная локация, это по крайней мере, ну, мы шпагой так пиу-пиу делаем. Блин, там то ли глаз, то ли... Так, давайте Сосимира попробуем. Здорово. Сундук просто-напросто. Здесь два сундука, значит, там супер много мобов. Туда войдешь, сдохнешь. С этой комнаты поискать другие комнаты какие-нибудь. Что за дебафы? Увеличенный мир на 20%. Что еще? Элитки имеют два свойства.
Это все? Это все вроде бы. Да, это все. Хорошо. Как же, блин, страшно. Вот, у элиток дебафов больше. Грац, теперь бы как-то это реализовать бы еще. Ага. Так, смотрим. У этого неуязвимость и этот, у этого, понял. Я, пожалуй, постою на месте. А, он уже умер, да? Чё, Пандора дала решимость увеличилась на 50%. То есть мы можем еще итемов насобирать. А больше итемов под барабанами — это имба. А я в этой комнате взял итем? Барабаны как раз взял, да? Или Пандору там и взял? Пандору, по-моему, да? Мяу. А, эволюционирующие монстры еще, иначе бы здесь не было вот этого вот сильного. Как же шпага сильна. Блин, ножи тоже будут хороши, просто потому что это еще плюс 8%, типа, если смену брать. Но я даже не знаю. Эти все цели не потеряют здоровье. О, боже мой. Там еще тут есть, да. Ладно, проверяем скилл. Проверяем скилл. А, на вторую-то ПКМ уже нету. На вторую мишень. Тихо, тихо. Найс. Черты какие? Ну, черно-белый и вегетарианство. Вот. Дуэлянты так еще и хп довольно много. Случайно ударил картину. Я думаю, что это фарм-забег на фул прохождение в идеале. То есть это и убийство всех боссов. И... И миллион денег, не знаю. Но это надо очень постараться, потому что это последний забег на стриме сегодня. Не играешь на геймпаде, на нем же неудобней. А ты хорош. Наверное, поэтому и не играю. Воу, неуяз еще действовал, повезло.
Точильный камень. Новокриты накладывают разрыв магии. Блин, ну ради барабана в теории надо брать. Но просто как итом звучит как говно. Поэтому... Ау. Я, наверное, скипну лучше. Ау. Цветочки эти забавный моб, конечно. Темы нужны. Нужны и темы. Ау. Да блин, серьезно. Если вдруг по ХП будут совсем проблемы, пойдем хиляться на Наему. Ну, либо умирать на ней, но это уже такое. Красненькая, судя по всему, да? Синяя, может, синенькая. Его сейчас разобрать. Да блин, серьезно. В академию. Кимбади, правда, хуже. Ребят, кому-то хуже, кому-то нет. Все индивидуально. Ну, я считаю, что. Ну, типа, блин, Коломыш дает большую скорость управления в таких играх. Вау, я не думал, что эта картина злая. Да, кстати, еще же есть стрелки в игре. За стрелков-то точно лучше на клавомыши, а так. Ну, обилки целить в целом, наверное, проще. Не успел, серьезно. А, я испугался и такой типа, нет, шлем Гектора. Так. Да блин, сколько я тут урона получил-то, блин. Что ж так много-то? Сундуки где-нибудь пооткрывать. Но это ран до тубала, ну тогда. Это точно.
Я же говорю, последний ран, ну, перед отпуском, ребят. Надо пройти НГ плюс 4. Опять, конечно, проходить за шпагу. У меня либо шпага, либо магия. Магов люблю. Ну, роги еще, конечно же. Те видели моего рогу, да? Роги слишком... Так, что там? Неуязвимость дает этим, да? Все дает неуязвимость мобику. Сам неуязвим, забавно. Левиафановый амулет, понятия не имею, что он делает, поэтому... Кстати, рога получает урон, если кушает яблоко в инвизе, проверил. Молодец. Просто интересно знать. Так, куда еще можно пройти? Вот тут сундук какой-то незабранный. Эта картина не злая. Ой, я помню, это шарик. 300 тысяч. Ну, фарм забег, видимо, получается. Все-таки ножи взять — идея интересная с барабаном. Мне кажется, я буду примерно так же сильно, как и со шпагой бить. Что думаете? Ну, наверное, лучше тогда еще смену оружия поискать. И перед ножами взять еще что-то, да? Если уж на то пошло. Левиафан очень хорошо интеллект повышает, понял. Тут урона с ножами, ну, как бы, явно будет хватать. Наконец-то яблоки. Правда, надо было под кои брать. Хер вы с ним. Для этого надо было не получать там урон. Хочу прям фул зачистить, прям вот. Думаю, на ближайший часик, да, забег. Будет хорошо. Курицу. Да блин. Можно перестать, пожалуйста. Нужны криты под что? Под ножи имеется в виду? Или просто? Ух, не твоя ожидал.
чуть не получил урон от черно-белого яда из-за того, что хотел забрать этот. Как его подкинуло, здорово. Эй, слизень, уйди отсюда. Даже без панциря. Панцирь был в откате. Это четверотушки были. Четвертушки. О, картина. Увидел ее, как только вверх полетел. Пицца опасная. Надо. Попадали с третушки в башне, да, попадались. Дурацкая опасная пицца. Кто мину поставил? В виде пиццы. Так, здесь побегать еще, яблок поискать или в более сложную локацию отправиться. Пусть мира совсем еще не исследовали, погнали туда. Вообще у меня, мне пора бы, наверное, отправляться в локацию Тубала. Да. Ну, давайте здесь пройдем, постараемся подхилиться. Подхилился, чекайте. Блин, серьезно, не убил. Красиво так все сбочил. Любимая, я игнорю, пока у меня выбора не останется. Так не, почему? В нее же надо бежать, пока с хп все хорошо.
Я знал, что эта хрень там. Просто более легкие локации потом можно использовать для прохила. Локацию тубала юзать для хила. Ну такое. Как же ядра все-таки душат, даже смотреть больно, играть подавно. Не знаю, нет, мне яблоки... О, яблоки, говорю, ядра... Одно из самых таких прям человых усложнений. Тут сама по себе локация не сильно сложнее стала. То ли дело три тушки. Из-за них иногда иной челлендж не пройдешь просто-напросто, потому что не хватит скилла. Серьезно, яблоко в этой локации? Вау, это... дорогого стоит. Типа ультра-редко. Ванёк, приветствую. Блин, заставьте Нюку поиграть в Rogue Legacy. Ну или я сам буду пытаться. Он говорил, что ему не нравится, но... Ну, что он в первую играл, и ему не сильно понравилось. Я видел пиццу, но я хотел банку с манной взять. Ау. Похилился, блин. Ну и чё теперь, как теперь в локацию тубала бежать? По 20 хп с мобов. Сундук насколько хилит у меня? Точно надо будет глаза убить, поэтому, может быть, я сейчас в локацию с глазами пойду. На самом деле. А вообще, зачем я яблоко взял без щита? Опять забываю. Ху-ху-ху, близко. Яблоко же надо под щитом брать. Нюк сейчас хайдится с головой хватит, а сейчас он на день или два отдыхает от стримов. Ну да, потому что мы с Яной приезжаем и пойдем в барчик. Ну, Хейдеса-то хватит, но, блин, я не увидел эти врата, потому что они не фиолетовые, а черные были. Жесть. Так, живем, живем. Про ножи не забыл. Я думаю, я еще думаю, я не уверен, что мы будем их брать. Да, это плюс урон, но... Но, блин. 100 тысяч уже. Смертельная курица. Ух, ёпт. Дабл неуязвимости, конечно. Жесть.
То есть это проход в никуда был? Так, суперсильный глаз. Уже не такой сильный. Ну, думал, сейчас кость вперед пойдет. Добрый вечер, Пиплэп, приветствую. Это что такое прилетело? Курицу, видимо, я успел ее съесть, пока у меня. Хорошо. Пока у меня фреймы неуязвимости были, да? Это... Они еще и вниз падают. Ну да, денег из забега мы вынесем до хрена, ну и пройти его точно надо. Так, панцирь Кои, в этот раз я не забуду. Потому что яблоки съедают явно больше, чем... Любой монстр своим уроном, да? Ты говорил какие-то, про какие-то три тушки. Что это? Три тушки — это... Это когда ты ставишь усиление классического обычного замка, вот. Появляются обычные вот эти вот крутилки, да, которые там есть. Только с тремя... Блин, серьезно. С тремя шарами. Блин. Вот это называется три тушки, и они жесткие и мерзкие. 620 тысяч. Стоп, это что за лока? Подожди, а чего я урон вообще получил? Да блин, я думал, там встать можно. Сдохни, пожалуйста, вжух. Спасибо. Блин, я не хочу на ножи менять, шпага такая имба. Я типа вообще не уверен. Блин, я там еще пропустил что-то, комнату. Ладно, вот эта комната, и в ней ничего нет, так что все хорошо. Угу. О, найс.
Аммонитовый плюс 3. Знал, что ты уже кастуешь. Ага, то есть здесь надо допройти, да? Чем-то удобней. Да мне и то вроде бы казалось бы хорошо, но хрен его знает. В прошлый раз ножами я слился, да? И теперь немножко хз. Какая-то странная комната была. В итоге 2400 хп. Не, ну шпага, имба. Ну надо тебя срочно убить, потому что он броню снимал. Секретка была? Не знаю где. Тут? Хрен его знает. Че это убивать? Ау. В странной комнате. Ну, вообще, в принципе, может быть. Что странно, что там было, да, всего лишь два монстра и ничего более. Пошел дальше, типа там сюжетка. Разве? Не знаю. Мне казалось, там пусто было. Я могу супер быстро убить глазики, но я думаю, что надо идти в локацию Тубала. Пробел, зачем нажал? Неприятная лока. Что дает воскрешение? Убить, не убить, нет, вернемся потом. Все боссы после того, как этот пробегаем. Воскрешение с 50% хп. Получается, прошли? Да, скорее всего. Я говорю, даже если будут какие-то, ну, жесткие проблемы с каким-то боссом, воскрешение зарешает. А так-то в целом их особо быть не должно. Я сильный, у меня дохера яблок.
Знаете, где могут быть проблемы? У меня до хера хп уже. Проблемы могут быть на испытаниях с ключами. Ненавижу эти испытания, поэтому... Нужен один лям? Да будет уже! Тут без вариантов. Уже точно будет. Короче, в следующий раз мы точно вернем элитного ламеха. Может быть, вернем этих. Без прыжков головоломка. По дверям надо пропрыгать. И что потом? Это на случай, если ты... Сейчас, минуту. Фух, это было сложно. Внезапно. Или два слабых. Они не слабые, скелеты имба. Я не буду у нее покупать телепорт. Это бесполезно. Барабаны, тебе бы еще релик. Ну, я поищу когда-нибудь релик, но... Плохо не знать цвет мобов. Пять, стоп. Мне кажется, я такой длинной локации ни разу не видел. Жесть. Охренеть просто. Так, ты там броню нам не шредишь, нет? Да ты серьезно? Стоп, там... А, там 4 брони и... Неуязвимость в конце, понял. Я пока ничего брать не буду. Сделка Диогена. Золота больше нет. А что значит, кстати, больше нет? Значит ли это, что оно больше не падает? Или это значит, что... У нас просто будет ноль? Не выпадает, да? Ага, ну то есть все то, что насобирал до этого, оно работает. Так, сразу же тебе телепорт нашли. Ну лучше не проверять, я не буду, но... Интересно же. В следующий раз надо будет обратить на это внимание. С мобов падают кристальчики. Да, смотрите, по 4300 с моба. Жестко. Ау. Или сколько там? 4300, по-моему, 1000. 1000 умноженное на 330. Кажется, 3300 должно быть, нет? А, умноженное. Это же бонус, конечно же. Ау.
почему эта локация такая долгая и в ней так много мерзких ловушек. Курица идет нахер. В общем, и в целом можно сделать вывод, что действительно шпага мой самый любимый предмет и, наверное... Наверное, все-таки шпага. Да, ножи все еще кажутся мне, ну, тоже более-менее классными, любимыми, но... Стоп, а как туда попасть-то? Неужели со старта? Боже, какое отвратительное место. Ау. Да блин. Да он говорил, что дуэлянт херня. Ну, был неправ. Ну и сам себе дуэлянт, в принципе, тоже крут, потому что... Обилка у него крутая, и здоровья у него много, и типа... Да. Блин, а то, что туда надо возвращаться, меня прям вообще не радует. Что сейчас было? Excuse me, what the fuck? Такую хрень никогда не видел, почему такая большая была и... После того, как сломалась, разделилась на этот... На огонь. Золота мало, здоровья мало, да, ран, конечно, слабенький, но ничего. Преодолеем как-нибудь. Превозмогаем. Может, мутант? Курица. Блин, это всего лишь сюжетная комната. С ультраопасной для нас курицей. Самый низ я падать не хотел. Обычный глаз? Или? Чё у нас ещё Локи не... Не зафармленные. Ось мира, вторая половина, да. Управление менял как-то? Ну, разве что уклонение на shift поставил. Потому что изначально я не помню, что там стоит. QE вроде бы. Что, две курицы выпало? Уж какая... Не, нас мобов сейчас, конечно, сыпет. Золото просто немерено. Так, вот первый ключ. Это, по-моему, желтый. Я не помню.
как мне их различить? Надо название запомнить. Так, а что здесь-то, кстати? Ага, здесь финалочка. Этот. Тан-тан-тан-тан. Это жемчужный. И я думаю, я готов его прямо сейчас взять. И пускай он у нас будет. Это плюс урон. Правильно, мы сейчас наверняка найдем дверь к нему. Конечно, выстрелы довольно незаметные. Это желтая. Блин! Ноу! Ау, пицца! Больно. Мне кажется, я все пиццы в этой катке сожрал, которые могли нам нанести урон. Вот все я съел. А, ну пока нет хп, я же могу открыть этот и все хорошо, взять ключ и... Правильно, правильно. Гениально. Тарам-там-тадам. Ну, сейчас пойдем хиляться, конечно же. Типа, это откроем, но... Да, блин, эти ловушки. Опасненько. Родовой плюс один. О, для варвара. Не попадите под удар, открой меня. Сломай все цели, ага. Предлагаю в первую локу сейчас на телепортычах. Там прохилиться и потом вернуться сюда к ключ доздать. Что здесь? Враги. Ну и хер с ним. Вот здесь есть. Чуть-чуть до 1 кк. Да добьем, 100%. Тут невозможно не добить. Блин, ну комната, кстати. Неприятная. Нет, больше боссов больше выпадет, да. Если я их всех убью, ну, скорее всего, тогда. Если мы, блин, не справимся каким-то образом с боссами, я не знаю.
Блин, вообще он довольно много урона мне мог внести. И, ну, как бы он внес сколько смог. Не супер прям много было, но... Если бы я не взял панцирь Кои, я бы, кстати, не справлялся настолько, да. Не хватало бы одного фреона на прохиле с сундуков, ну и, конечно же, убийство врагов. Так, это какой-то неприятный мистер топор. Огоньки отправляет. Фигня какая. Так, вон еще комната. Талант я готов менять прямо сейчас. Я возьму второй, да, я возьму его. Причем можно даже сейчас, наверное, взять. Вначале апнуть решимость, потом взять шлем. Чтобы на сотке осталось. Дальше можно пешком добежать вот до сюда. О, это прокачанный! Он создал вот эту ловушку. Такую вертикальную. Я его просто не видел практически ни разу. А, он серьезно? Новая магия. Это же самый сильный спелл, да? Ограда ветра, она в разы круче, чем вот этот. Что происходит? Игра просто закидывает меня. Она, видимо, поняла, насколько мне... Не понравилась битва с Енохом. От которого я тильтанул. Стоп, так где, блин? Головоломка без прыжков. А, этот не надо было ломать, да? Ну и ладно. Просто дала мне идеальный забег. Еще и денег, просто миллиончик. Клево. Зря кинжал первым бью. Хорошо. Я, кстати, видел цифру в 500 и испугался, что это они меня столько бьют. Оказалось, что нет. Что за параметр решимости? Почему именно 100? Ниже сотки
Каждый процент уменьшает твое максимальное хп. Еще можешь 2 хп поменять на 6 урона, взяв пропущенный релик с разрывом магии. Могу. Это да. Так, а зачем вот здесь вот этот вот длинный путь, если он ни к чему не ведет, кроме как, ну, убитых мобов там можно по... Ну, типа, там можно пофармить чуть-чуть мобчиков. Ау. Ну да, просто мобчики. Может, конечно, здесь где-то секретка. Почему все черно-белое? Потому что специальный черно-белый дебаф. Ну, для нас он не столь страшен. Игру, типа, уже, блин, почти наизусть знаем, поэтому... Так, что у нас здесь? Просто халявный сундук. Клёво. Этот стрим за рейдинг. Где? Где рейд? О, а почему у меня алерта не было? У меня стрим вроде не лагал, не знаю. Ничего не вылетало. Спасибо, спасибо большое за рейд. Дашка, Дашнилы, здорово. Здорово, здорово. Рад вас видеть. Как ваша туника? Никак? Чё, тяжело? Или просто не играли? Как ваш геншин, могу ещё спросить? А вот и рейд. А вот и звук. Отлично. Спасибо, спасибо большое. Рад вас видеть. У нас супер крутой забег. 1 000 000 денег. Больше ни разу не набирали. И, в принципе, это забег, скорее всего, с фулл убийством боссов. И... Я бы на месте разрабов рапирую понерфил, кстати. А, вот. Блин, а я точно сейчас справлюсь с... Чё там? Щит и... Топор, да? Блин, ну справиться-то, наверное, справлюсь, но... Все еще будет потно. Блин, серьезно, огонь. Эй, пока я ушел. Закончился. Fuck you тоже. Угу. К боссам пора? Пора или не пора, что думаете? Ха. Предметы еще бы поискать чуть-чуть. Про F забываешь? Нет, сейчас юзнул один, в один момент. Глазки можно убить. Денег мало. Предмет забрать еще в локации, да, этой наемы. Но я бы еще какой-то другой нашел. Второе кольцо будешь брать? Не, мы уже взяли шапку, мы уже не можем кольцо взять. Слушайте, вот у нее здесь еще что-то есть. Пойдем еще пофармим, пофармим. Все-таки последний забег на неделе, и потом я вернусь только... Um...
Потом я вернусь только во вторник. А значит, надо это, чтобы этот забег был шикарен. Ау. Вон. Здесь вот эти вот магические криты, да? Ну 30 стоит, 30. Ну он такой, такая фигня. Я думаю, еще найдем сейчас что-нибудь. Вернешься только когда тестер игру пройдет. Да, 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 да. А, пока я маманы не было. Кто говорил, что я щит не юзу? Врали, получается. Получается, будем спойлерить. Да ну вас. Тостер, давай тоже на выходные. Праздники там, все дела, в барчик сходить. Ну? Слышь, без рывков. Не потерять здоровье. Ну ладно, потерял здоровье. Видимо, надо было сюда все-таки на всякий случай панцирь Коя настакать. С другой стороны, эти феи... Эти руны, они так бесполезны. Опять имба на дуэлянте. Да, ну я же не виноват. Чё, мне нельзя пользоваться сильным классом, что ли? Это что-то типа усиления пинков, по-моему, да, под зад. Ну... Пинки наносят на 40 больше. Ну, хотя бы стоит 20. Окей, берем просто потому, что это плюс 6% урона на барабане. Блин, а если взять ножи, ножи дадут еще смену оружия. Смена оружия даст... еще одну реликвию, которая тоже даст урон. Я же ненадолго отдохнул, мне хватило. Да, я помню, ты рассказывал. Интересную историю. Миллиончик. Как же сочно. Но эта магия мне точно не нужна. У меня самый лучший щит в игре вообще, в принципе. Ау. Я опять парирование юзнул. Чё, не надо тут говорить, что я его не юзаю. Что, еще предмет? Ну и почему бы, в принципе, и не закрыться лепесточком, да? Плюс манна для использования ПКМов. Окей. А, у нас все еще не дофармлен на ось мира. Но у меня уже 100%. А это значит, что, ну, наверное, все-таки я готов идти убивать боссов, да?
Эй. Единственное, на боссов бы еще панцирь кое, да, врубить. Начнем, наверное, с Тубала, так как до него бежать сложнее дольше всего. И вообще он отвратительный кусок говна, да? Надо использование в кинобоссе посчитать. Ты посчитай, посчитай. Я не против. Эту комнату не хочу, но ее в задницу. А вот эти самые ножи. Нет. Ой, Тубала, да. Тут Тубал, тут Тубал. Что делает освобожденный дракон? Пропускает тебя в свое чрево. А там Тубал. Давайте так, чат. Гамба. Убьем всех боссов. Да? Нет. У вас 2 минуты. Остались. Перечисляю. Тубал, Глаза, Наема, Иона, Каин, соответственно, эти двое. И давай мультиставку. Не, мультиставка... Давайте такую. Мультиставка тоже прикольная, но лучше эту сделаю. Вот Джинго превьюшки прислал, это хорошо, потому что я смогу их выложить на выходных хотя бы. Но это выглядит как у бедный. Типа у нас уже были такие забеги. Ну столько итемов с барабаном, это просто жесть. Лучше было бы только с 3 лепестками. Скелетов тоже ведь убивать будем. Скелеты мертвые. И они не усиленные. Скелеты и... Мертвые скелеты, Ламех, Енох. Остались Глаза, Тубал, Наема и 2 финальных. Хотя, блин, а может быть реально сделать... Так, подождите-ка, стоп, отменяю ставку. Отменяю, удалить. Давайте мощную, давайте мощную. Сколько боссов убьем? У нас осталось 5 боссов, да? Тубал, Маэна Глаза, Иона и Каин. Соответственно, убьем 5, 4, 3... 2, 1, ну и, конечно же, 0. Суперсложная ставка, давайте вам 2 минутки. Я пока пойду ось мира, что ли, пофармлю. Потенциальный рекорд по боссам за ран 5 штук. Не, уже, по-моему, примерно что-то похожее было. Не ось мира нужна, нужна башня солнца, наверное. Можно огласить порядок, в котором будет убиваться Тубал, потом Глазики, потом Наема, потом, соответственно, 2 финальных. Блин, надо было 5 минут на ставку дать.
Забег называется «Кто хочет стать миллионером», но если мы вдруг умрем на одном каком-нибудь тубале, то да. А, не, подожди-ка. Вы не про рогалики, я понял. Блин, у него неуязвимость еще. Отвратительно. Придется уже пробежать до конца, потому что могу. Возможно, там еще одно яблоко выпадет. Ау. Еще одно яблоко в сделку не входило, да, чат? Знаешь себе, пробегаешь просто ради золота. Ну, да и нет. Надо было ставку на 5 минут делать, чтобы прям все успели. Моя ошибочка. Эйтбол. Не, иди нафиг. Когда рогалики превратились в виртуальное казино? Дуй, давно уже. Найс меня оттолкнуло, но на фрейме неуязвимости все еще были. Кек. Что-то эти шары вообще ни о чем, да? То ли дело курочка, вот она криповая. Да-да-да, да-да-да. Вода перманентно не убивает. Курочка ваншота? Это нет, просто урон наносит. Все, добрались. Ура! А чё? А, да. Так, ну поехали, тубал. Фу, по КМам не забывать сбивать его красные шары, которые он спамит. Вот будет кек, если стример сейчас отъедет и победят те, кто ставил на ноль. Тубал жесткий, все может быть. Но у меня кольцо, поэтому я вряд ли умру на первых боссах. Даже если я вдруг сдохну, я как бы кольцом воскресну. Усиленных, блин, создал. Нет, извините, а это нормально, да? Что он одни щиты делает?
Кажется, Тубал подыгрывает. Опять щиты. Ладно, я просто дожму тебя на фреймах неуязвимости. Слишком много дамага, да? Да, да, я тоже так думаю. Эй, сюда. Хороший дракоша. Какой же будет истинный Тубал? Такой же отвратительный, как и все остальные истинные враги. Башня солнца, поехали. На глазиках будет весело. Да вроде не, нормально должно быть. Кстати, а почему щит? У меня, возможно, щит восстановился от убитых, от убитых щитов на Тубале, да? На глазиках единственное непонятное, что они выпускают, потому что цвет очень важен. Цвет того, какие... Пока хорошо. А, это волна. Не, ребят, я не знаю, кто там на красное ставил. Ну, короче, на поражение. Есть эндгейм контент, да, видоизмененные боссы. С каждой новой игрой плюс, у каждого нового босса, ну, у каждого последующего босса новые эти. И есть true концовка, да, вроде как. Шесть. Глаза интересные, почти ноу-хит. Ну, посмотрим, усиленные глаза. Так, у нас еще как бы в плато девочка. Я ставил на победу, но ставку обнулили и сделали мультиставку, а я отходил в туалет. Блин, ну прости, Вердакс. Сори. Решил, что мультиставка весело. Хотя на самом деле нет. Просто имбовый билд. Вообще нереально. Дамага... Ту-ту-ту-ду. Пол хп у Наемы уже нету. Ау. Ту-ту-ту-ду. Тупо передамажить на гигантском хп. Да, ну я думаю, что на первое ставило процентов 90, да, 67. Ну окей, окей. Кажи, имба, боже. Шпага! Шпага самый безумное оружие, а? Просто да. Ну, слушайте, это мне в отместку за наши страдания сегодня на Енохе. Потому что на Енохе я реально страдал. Треть не верит в твою победу. Видимо, треть не смотрела другие забеги на шпаге. Пистолет с комбо.
Так, как-то хз. Разбитый флакон, вырезанный из белого дерева, все еще валяется на берегу. Обычный меч, блин, я, кстати, давно обычный меч не видел. Обычный меч тоже топ, но шпага... У нее урон какой-то, слишком большой. Ну, я правда, я не знаю. Я думаю, у тебя на НГ5+ будет жесткий недокач с миллионом, не, вряд ли. А, да. Хотел спарировать. Эй. Новый диалог с... А, да, кстати, наверное. Блин, я забыл, что здесь должен был быть новый диалог. Вот твой друг. Я что-то так преисполнился убийством боссов, что... Я забыл. Лол. Сори. Два хп откатили. Ну, я заранее договорился о твоей поездке, иди к Харону. Там можно по стоп-кадрам на ютубе будет прочитать новый диалог. Или, возможно... Почему Иона, а когда Джона? Потому что библейские имена. Да, его же можно прочитать. Здравствуй, вновь нить по новой началась, цикл продолжился. В твое отсутствие я нашел время поговорить с Хароном, он не шибко разговорчив, зато хороший слушатель. Ты знаешь, что хтонические боги считаются доброжелательными существами? Это, по-моему, первое. Те боги, которых ты встречал на своем пути, в той или иной мере помогали тебе все, кроме Харона. Герас очищает... А, или нет. Травмы от прошлого, в то время как Эльпис прокладывает путь в наше будущее. Даже близняшки Кера возобновляют души, которые они поглощают. Однако Харон берет и ничего не дает взамен. Может быть, он просто черная овца в семейке. Но я верю, что за этим кроется нечто большее. Для многих жадность является величайшим из грехов. Ради богатства люди будут воровать, жульничать, обманывать и убивать. Короли и фараоны коронят себя со своими богатствами. Когда люди голодают на улицах, Харон забирает все это, он лишает тебя твоей величайшей слабости, прежде чем ты отправишься в свое божественное путешествие. А может быть, это размышление солдата-идеалиста, готового встретить свой конец. Столкновение со смертью делает философ из всех нас друг. Идем, мои клинки уже заждались. Да, это последнее как раз. Добро пожаловать в Эдемский сад. Ну да, они вверх ползут. Нет, диалог не справа. Мы снова встретились, прежде чем стать солдатом повстанцев. Во, вот этот я читал предпоследним, да. 1,4 кк. Ау. Не смотрел другие забеги, но я поставил на победу всех боссов, потому что я хочу верить в красивую игру. Ну, тут такое. Уже перекач по итемам. И оружию. Оружие просто... Просто жесть. Не справа, ну я имею в виду не самый правый, я это хотел сказать. Тара-та-та-дам, тара-та-та-дам, тара-та-та-ра-та-та-ра-та-та-дам. Боже, как вас много. Эх уж, сэр Райан, ты мог стать убийцей всех боссов, но, к сожалению, у тебя было слишком мало хп. Кушай свое яблочко, кушай свое яблочко. Хочешь сказать, это все герои из РАН? Это все герои из НГ++++, по идее. Наверное, я не уверен, но скорее всего так. Его бы подольше убивать, чтобы музыку послушать. Эй.
сейчас топоры. А, медуза. Урон наносит. Ого. Надо было ноу-хит, конечно, делать, но... Ау, топор. Больно. На тебе в ногу, на тебе в ногу. Тыкай, 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 тыкай. Брат! Так просто, я не сдамся, я отомщу. Моему отомщению уготовано усимириться. Броня у меня утопленная, плюс один, плюс два, что-то такое там, которое дамаг повышает. Ладно, чат, это было настолько очевидно, что я всех убью. Так, я убил все пять боссов. Завершить прогноз, поздравляю первых, кто ставил на это. За босса 70 тысяч, кстати, дали. Жаль, до 15 не дошли. Если топить замок и ничего не делать, что будет? Блин, ну, может быть, будет секретная концовка, хз. Надо будет как-нибудь попробовать. Надо было делать гамбу на количество пропущенных ударов. Ну, с Кайном оно всегда так. Да, да. На Кайне надо пропущенные удары. Очищенные релики тоже бустят барабан. Вот эти вот ты имеешь в виду или что? Все релики, которые вы видите на экране, которые по единичке, бустят барабан. Сильный Кайн, наверное, будет юзать обилки у всех у сильных боссов. Ну, по идее, должен. Сначала проклятая, потом очищенная. То есть, Пандора? Думаю, что да. А с чего бы и нет, конечно. Должно, наверное. Да точно, точно. Каждый уникальный релик, который у тебя вот здесь лежит, бустит урон от барабанов. А шпага — это самое дамажащее оружие. Ну, есть еще... Можно было все-таки взять ножи, блин, этот кусок пиццы. Какой грустный. Что-то здесь для тебя было. Вот самое смешное, что каждый НГ плюс вначале сложно, 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 а потом хоп, и внезапно изи. Возможно, из-за того, что, ну, прокачиваемся к этому моменту, хз. Сэр Джеймс, настоящий герой, плюс 6 ловкости. Пойдем прокачаем замок заодно. На лям 700, на лям 400. Она даже с ускорением очень долго чистится, жесть. Проходит вот это вот. Играл в игры Super Giant, Bastion, Transistor, Pyre, Hades. Я тот стример, который Hades отстримил от самого первого дня раннего доступа до релиза с каждым патчем. Я заходил в игру и смотрел каждое обновление. Спрашивать меня про Super Giant'ов? Немножко странно. Ну что касается Bastion, Transistor и Pyre, Pyre прошел, Bastion не прошел, Transistor тоже не прошел. Кажется, мы почти всех мобов уже видели, да? Нет, все еще какая-то есть элитка, которую я не смотрел. И вот еще что-то. И вот еще что-то. И непонятно вообще, что это. Это тоже мобы где-то в Эребе. ХЗ. Поехавший ран, да. Еще и плюс 303. Ах, нет. Да, спасибо, разрабы. Ага. Тара-та-тара-та-тара-та-там. Кем следующий забег делать? Да в целом, наверное, не важно.
Кем-нибудь прикольным. Стрелок с ложкой. С похлебкой. Стрелок с ложкой и похлебкой. Маленький, блин, картограф. Картограф такой отвратительный. Стрелок с ложкой. Снова рапирой. Ну, что поделаешь. Так. ХП. Там есть кнопка улучшить много раз. И никогда ее не жал. Не, так невкусно. Увеличиваем количество рун, руны топ. Смотрите, деньги почти закончились. Это было быстро. Решимость прокачай. Да по 1% качать, не такое себе. 2% можно, чтобы ровно мне хватало до нуля. Ювелир. Как и не было, да? 1.5 ляма просто куда-то улетели. Жесть. Вес до конца. Тут, ну что, он не вкачан? Может, 3 роллы? И вот этот вот, чтобы последнюю шахту открыть. Выглядит знакомо. Купите хотя бы 1 пункт в каждом умении вашего поместья. Все, то есть здесь больше ничего нету. Ясно. Фух. Окей. Поздравляем, глава завершена. Агась. Ну, истинная концовка в другой нити. Нить номер 5. Ее я сделаю чуть проще, чем эту нить. Мы... Метаморфоза высшего ученого. Стигийская академия становится опасней. Это прикольно, конечно же. Ноша и Рада. Убираем нахер масштаб. Убираем нахер командование. И, наверное, вместо эволюции монстров можно добавить ношу Ламиха. Скелетов я оставлю старыми. Ну их в жопу. Скелетов. Все это мы будем проходить на десятке. Скажи, замок без кубиков, блин, уже поздно. И будь осторожен на последнем шагу, это что-то с чем. Тритушки, да ну их в жопу эти тритушки. Пускай лучше первая лука будет локой хила. Ты Рада поставил разве? Поставил. Должен был. Надеюсь. Ну сейчас проверим, потом. Проверим. Все. Стоп, а если я... Подождите-ка. Продолжение забега-то будет? Наверное, будет, не знаю. Смотрите, количество короны, правда, соответствует количеству пройденных игр. Офигенно. Первая и 4 новых игры плюс. Вау.